Что мне еще чрезвычайно не понравилось в фильме, что очень много отсылок к религиозности бойцов. То они с иконой едут в танки и молятся, то боец умирает или его ранит, а звучит церковный хор на заднем плане, то в финальных кадрах мы видим бойца, который был в танке, а теперь он подновляет иконы в храме, как Андрей Рублев. Скажите, пожалуйста, у меня дед прошел всю войну, я не слышал о том, чтобы Великая Отечественная война была выиграна под эгидой православия или какой-либо другой религии. Насколько я знаю, дух наших бойцов поднимался не при помощи религиозности, поэтому в фильме Т-34 раненый боец под церковные песнопения, падающий на спину, или с иконкой, катающийся в танке, на мой взгляд, это оскорбление памяти наших предков. Впрямую оскорбление. Почему об этом никто не говорит?